Ребята, всем привет! Да, сейчас я могу записать это видео, начну все по порядку. С самого начала, когда Диана улетела в Турцию, у меня возник вопрос – пластика? Ведь Турция, помимо курортов, известна своими лучшими пластическими хирургами. Потом, после приезда из Турции, Диана появляется в сторис бандажи, который носит после влечения груди, но формы тоже заметно увеличились. Фаны первыми начали задавать вопросы и писать. Диана летела в Турцию на пластическую операцию, но после фотографии, которую выложила Ди у себя в профиле с подписью «Девочка с фигурой Барби», сомнений уже не было ни у кого. Диана решилась на операцию, о которой она мечтала. Да, операция по увеличению груди. Но обсуждать эту тему до того, как Диана сама расскажет, это неправильно. И вот буквально сутки назад выходит влог на 1,5 часа, где Ди не только рассказала об операции и показала свои ощущения, дала прикоснуться к своей жизни. Без тайн и секретов. Простая, милая, искренняя, добрая Ди. Операция длилась около 40 минут и все время весь восстановительный процесс. Рядом с Дианой был Кирилл. Хай, я сказала, что вернусь после операции, я выполняю свое обещание. Кто почувствовал эту боль? Я лично почувствовала. Я через экран чувствую эту боль. Я реально безумно ценю то, что Диана взяла и сняла это видео для нас. Видео на такую личную тему. Я думаю, что многие не ожидали увидеть такой влог. Но как видите, Диана остается верной своей аудитории. Она ее любит, если посвящает такие личные темы. А самое важное это то, что Ди исполнила свою мечту. Для самых ярых скептиков скажу, мы сейчас живем в такое время, когда пластика становится для многих абсолютно обычным явлением. Для тех, кто не знал, например, Россия занимает 3-е место в мире числу эстетических пластических операций – 478 тысяч, только за 2020 год. В Корее, например, каждая пятая девушка или женщина прошла через пластику, чтобы выглядеть так, как она хочет. Но согласитесь, глядя на эти фотографии, понимаешь, если есть возможность что-то исправить, и современная медицина показывает крутые результаты, то почему бы не сделать этого? Ребятушки, по поводу Дианиной операции, какой там результат? Офигенный результат. Диана была, конечно, и до шикарная, но если Диане нравится так больше, то супер. У Дианы все супер, у Дианы все хорошо, у Дианы все красиво. Была красивая, красивая осталась. Вот, так что не волнуйтесь, у Дианы все окей. У нас у всех все замечательно. Я Диану, конечно, отговаривала. Вот. Разве можно отговорить уже 18-летнюю девушку? Она уже принимает решение сама, я не могу постоянно за нее принимать решение. Это было ее решение. Вот, она мне за это говорила 17 лет. Она сначала говорила, ну, как бы хочу. Я говорю, Диан, да не надо, ну, потом, там, давай через лет 5. А потом она просто мне сказала, мам, я решила, все, я очень хочу, как бы, ну, мне 18. Она постоянно говорит, все, мне 18. Ну, мам, что ты мне можешь запретить? Реально, что я могу ей запретить? Я могу только ей посоветовать и подсказать. Вот, она уже принимает решение сама. А я хочу закончить этот выпуск, поздравив Ди с исполнением ее мечты. Мы искренне за нее рады.